Арина Стекольникова учится в 5 классе. Она уже не первый год ходит на репетиции кружка детского чувашского ансамбля «Тусэм». Девочка также выступает в детском театральном коллективе. На ложках интересно играть. Вы еще выступали, нет? Выступали много раз. И в Казани выступали, и в Бавлах, и в этой деревне. Вот чем тебе нравится вот, игра на ложках? Не знаю, но мне нравится, потому что как-то в ритм делается все. Надо красиво одеваться и сосредоточиться на музыке, и вести себя хорошо, и умно вести себя. А что будет, если ты отстаешь от ребят? Ну, некрасиво будет очень. И зрителям не понравится. Валерий Басыров начал посещать этот ансамбль еще в младших классах. Сегодня он относится с большой ответственностью и понимает всю серьезность выступлений перед зрителями. Говорит, что перед выходом на сцену нужно собрать всех, кто играет в одном ансамбле. Если кто-то опоздает или ошибется, номер не получится. Я учусь в 6 классе. Мне нравится сюда ходить. Я играю и на ложках, и на свистульке, пою песни. Валерий, как надо готовиться перед выступлением? Ты волнуешься, нет? Я волнуюсь. Надо, когда выступает другой номер, если после этого номера вы играете, ну, мы играем, мы должны себя вести тихо, не шуметь за шторами, позвать всех участников, которые играют вместе со мной. Для школьников, которые до этого посещали детские театральные, танцевальные, вокальные кружки, Ирина Мурзакова решила внести новшество, попробовать научить старинному фольклорному мастерству игре на деревянных ложках. И не ошиблась. Сперва я по интернету сама все это смотрю, подучиваю, потом с детьми начали мы. Вот первый наш был у нас смуглянка, да ведь? Это когда вот клуб уже открыли, тепло, уютно, мы смуглянку сыграли. После нашла я чувашскую композицию. И вот это вот у нас третья композиция. Вот только начинаем после Казани, вот как Казань съездили. А так ребята, они ходят давно, но как у нас хореографа нет, нажимаем на ложки. Вроде чуть-чуть получается и как-то необычно. Учимся, они молодцы. Но слишком хвалить не буду, бывает всякое. Это дети наши. Все культурные мероприятия в селе Алексеевка проводятся этим небольшим коллективом. Они готовят очередные яркие выступления к предстоящим праздникам. Индира Сайфуллина, Булат Миниязов, Бавлинское телевидение.